Всем привет, мои любимые! Посмотрите, какая у меня красота! Шавуху сделала домашнюю. Ням-ням-ням. Рецептик, конечно же, в шортс. То есть здесь овощи, как обычно, морковь, огурец, перец болгарский, сыр, курица, шампиньоны, обалденные такие помидорки, соус, конечно, майонез, сметана, перец черный. Всем приятного аппетита, кто кушает со мной. Ай-яй-яй. Ай, красоточка-то какая! Сыр еще тянется. Родителям тоже сделала, мужу уже тоже все поели. Мужу всегда делаю первую. Первые две. А помидорки эти сладкие-сладкие. Покупали же коктейльные. Что-то как будто здесь что-то не нормально. В Моздоре, в торговом центре Бобровске, смаки покупали. Сладкие-сладкие вообще. Но по стоимости дорогие, конечно. Это мне в комментариях написали, что красивые это красивые. Но стоимость-то вообще, ну да. Ну сейчас же, конечно, холодно. И стоимость будет заоблачная. И перцы болгарские вообще по 19 рублей. За килограмм. Это белорусские рубли, имею в виду. Но зато вот эти помидоры хоть похожи на помидоры по вкусу. И еще все закупили для роллов, ну точнее не все. Во-первых, я поняла, что купила не тот рис, надо было именно круглый. Я когда раньше готовила роллы, мне высылали целый набор, там было уже все. Рис специальный для роллов, уксус рисовый. Соевый соус, целый литр. То есть я заказывала тогда целый набор, помню. Нори, циновка. Думала, что циновку найду. Не могу, блин, найти. Придется тоже, наверное, зайти купить еще. Основное так купила. Точнее, муж купил, я выбирала.
Какой малютка. Вчера снимала шорты, длинное видео нет. Сегодня у нас какое число? Даже не знаю, какое число, блин, сегодня же... Сегодня воскресенье. Шестое. Муж подсказывает пальцами тут. Я уже посчитала с того момента, когда мы поедем в Минск, получается. Принесли на четвертое, начала считать. Суббота, четвертое. Девочки, что дарили своим мужчинам? Я по традиции мелкие сувениры. Папе муж купил литр водки. Такую огромную бутылку. И когда снимала шорт, забыла совсем показать. Брест-Литовск. Классическую получается. Я ее раньше показывала в распаковках. Капец, я одной шавухой так наелась, уже вторую не буду есть. А, ну и сувениры, естественно. Просто мне так понравилась эта бутылка водки литровая, такая здоровая. Папа такой, ого. Вот. Потом съедим вот такую. Муж тоже две ел. Сегодня, кстати, неплохо получилось. Не так разваливается. Видите, до сих пор еще не развалилась. От души благодарю за просмотр. Целую. До новых встреч. Пока-пока.